17 лет назад я приехал сюда из Ленинграда. Тогда здесь только организовывалось производство пианино. И за весь год было выпущено всего 56 инструментов. А сегодня Калужское объединение «Аккорд» выпускает более 20 пианино в день. Растет спрос на музыкальные инструменты, и работники нашего объединения стремятся как можно полнее его удовлетворить. Мы хотим, чтобы наша марка была известна всюду. И у нас развернулась борьба за бездефектную сдачу продукции с первого предъявления. Теперь я на пенсии, но часто бываю в цехах. И всегда меня спрашивают: товарищ Янзен, Владимир Карлович, а как это сделать лучше, а это? И я рад помочь, ведь я общественный консультант по качеству. Недавно объединение стало отправлять пианино в специальных фургонах без дополнительной упаковки. Это проще и удобнее. Меня радует все новое.